Теперь мы надеемся, что Трамп победит. Эту мафию клинтоновскую тоже народ американский не пропустит. И будущее в Евросоюзе – это выход. Германия и Франция выйдут, и Евросоюз окончательно распадется. То же самое НАТО. Германия выйдет, все распадется. Ибо Германии выгодны отличные отношения с Россией. И вообще, если будут национальные государства, будут двухсторонние отношения, будет спокойнее в Европе, не будет проблем. Все проблемы создаются монстрами. Вот, Наполеон монстр, Гитлер монстр, ЕС монстр. Это исключительно актуальное и важное решение. Оно будет иметь долгосрочные последствия не только для Великобритании и Евросоюза, но и в целом для политического климата и обстановки в мире. Это начало разрушения Евросоюза, который выполнял роль большой дубинки в американской политике, а не гармонизировал отношения. Большинство британцев, которые проголосовали за выход из ЕС, хотят сотрудничества с Россией. На улицах Лондона сегодня можно наблюдать такую вот картину. Do you know Russian songs? Да. Can you sing? Сейчас? Yeah. Расцветали огни дружбы, попили тумани над рекой, выходила на брега чуша. На востоке верена китой. Пусть вспомнит девочку простую. Пусть услышит, как она поет. Пусть он землю верит родную. А любовь Катюша сережет.